Масштабная программа капитальных вложений стартовала в прошлом году. В 2018-м не только ремонтировали и строили новые объекты, но и закупали новое оборудование. Так, в больницах республики появилось 5 рентген-аппаратов. Два из них – стационарный и передвижной в Григориополе. На их покупку потратили около 3 миллионов рублей. Вот трубка ставится в рабочее положение. И снимаем больного на месте. Это передвижной рентгеновский аппарат. Если пациент тяжело болен и не может дойти до кабинета, оборудование само придет к нему. Для Григориопольской больницы это спасение. Ведь раньше четырехэтажное здание и детский корпус обслуживал старый аппарат 83-го года. Передвижной аппарат функционировал плохо, с постоянными поломками. Снимки были низкокачественные, он был тяжелый. Пользоваться было им неудобно. У данного исследованного пациента есть признаки остеохондроза. Тут есть изменения вот в межпозвоночных дисках, это по-медицински. По-простому называется радикулит, а по-медицински еще остеохондрозом. А так работает новый стационарный рентгеновский аппарат. Всего 5 секунд и снимок на экране компьютера. Здесь же его можно изучить, не нужно даже распечатывать. Хотя новый принтер позволяет сделать это за 2 минуты. А вот предшественник этого аппарата был куда медленнее. С момента исследования до выдачи снимка проходило минимум полчаса. А для проявки использовали реактивы и химикаты. Еще один плюс. С новым аппаратом можно делать снимок даже в одежде. Главное, чтобы она была из хлопка и без узоров. Приятно, когда новая аппаратура, абсолютно прекрасное помещение, хороший персонал, благодарен прежде всего персоналу. А вот вы на старом рентген-аппарате проходили? Проходили, конечно. И как ощущения? Ну, естественно, что эта аппаратура более современная и более внушает доверие. С новым аппаратом можно исследовать больше пациентов, сократить время ожидания, а также делать качественные снимки. Такое оборудование единственное в Григориопольском районе, поэтому сюда, в больницу, приезжают люди не только из города, но и из сел. Деньги на рентгеновские аппараты выделили из фонда КАП вложений в 2018-м. Стоит отметить, здравоохранение – главный приоритет программы на этот год.